Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Дром. Здравствуй, Иванов. Чё, плохо? Ну-ка, дыхни. Давай, дыхни. Fatality. Ну и какой такой повод так нажраться-то? Так три повода. Каких? Пятница, суббота и воскресенье. Нет, ну Иванов, я тебя на рейс не отпускаю. Да ты чё, Галина Васильевна, да мне ехать надо. Давление 180 на 100, ты что? Ну больше же стать, то хорошо, а? Это не IQ, это плохо. А, да? Да подожди, ты не пиши. А я с Байкальск еду. Байкальск, я тебе амульку привезу. А, Галь, Галюха. Горячего копчения. Само собой, Галь, ты чё? Следующий. Синий туман. Руку давай. Ты кого делаешь-то? Ну у тебя же жена есть. Да, жена есть. И жена. Кредиты небось. О, еще какие кредиты. Очень много. Детей поднимать. Да. Наливай. Че? Галя, что ты меня провоцируешь-то, а? Я понять не могу. Нет, ну в таком состоянии тебя на рейс не выпускаю. Да Галя, да не руби ты с плеча. Да мне работать-то сегодня на час всего, а? Я туда-обратно и все. Галь, я справлюсь! Ой, держи! Спасибо, Галенька, спасибо тебе, родная. Ой, Галь, я справлюсь сейчас! Привет, Галенька! Че, как делишься, как здоровье? Господи, а! Вы посмотрите, вот он, настоящий трезвый Иванов. Иванов Геннадий Павлович, пожалуйста, хорошо, с улыбочкой. Можете в дорогу подгузник дать, а то из тебя говно так и лезет, а? Вот, Галя, только оскорблять меня не надо, ладно? Давай свое дело делай, путевку, куда мне ехать надо? Ну и что там с давлением? Немного низковато. Ну ничего, я в пятницу подкачаю. Ха. Подкачивать надо исключительно по праздникам. Ой, только учить меня не надо, ладно, работу свою делай, Галя. На, держи путевку. Тебе, может, что, орешков привезти, а? Белочка, ты моя беззубая. Не разбрасывайся подарками, Иванов. Впереди много понедельников. Ой, да господи, а! Напугала, Галя. Синий туман. Как себя чувствуешь? А вы? Еще раз будете с мужиками меня спаивать, я тебя никогда не выпущу. Да вы же сами. Я говорю еще раз. Да мы с мужиками сидели, вы же сами пришли, вторую литру принесли. Я говорю еще раз, можете спрашивать? Вот тебе твоя путевка, Иванов! Вот тебе твоя путевка! Галина Васильевна, вы манжетку забыли одеть. Я знаю. А какой тогда смысл? Никакого, просто заткнись. Ага, хорошо. Держи путевку. Че, может амулька солененького привезти, а? Воды принеси. Хорошо. Привет! Как себя чувствуешь? Отлично! Иван, ты сегодня до скольки в рейсе будешь? До 7! Блядь, давай пораньше, ну хотя бы в 4, а? Постараюсь! Че, не терпится? Так пятница же! Ну-ка быстро музыку выключили! Че такое? Да рабочий день только начался! Да что такое? Я же еще не померила! Ну как, ты же видишь, все нормально, ну что, ну тороплюсь, давай скорее! Я вижу, что ты нервничаешь, тебе сейчас инфаркшн дарахнет! Че, не нервничаешь? Долго еще? Долго! Давай еще раз одевай! Давай! Да блин, да Галя, да... Че издеваешься-то? Давай скорее! Надоели там! Иваныч, 4! Все, жду! Я пройдем! Боже мой, а! Ну не последняя же пятница в жизни! Иду.